Здорово. Сергей. Гера. Очень приятно. Павел Валерьевич, ваше ощущение от полета? Ощущение очень. Природа замечательная. О, уже побрили. Размер мой. Показываем, как завязывать защелочку на таймине. Ну, мне для тоже... лохов, для лохов. Ребят, я не знаю, что происходит. Ребят, это что-то какая, что-то невероятное происходит. Да, ребята, лоханулись мы чутка. Загрузили эту лодку, а нам ехать вот в этой. Еще на буксире потащим водомет. Там на нем будем рыбачить еще. Нас там оставят с водометом. Заканчиваются наши сборы. Собрались мы на неделю-полторы забраться в какое-нибудь тайное рыбное место. Вот, сказали нам много с собой не брать. Вот мы с собой чуть-чуть взяли. Да-да-да, свободный, все нормально. Сейчас, вытянется, подожди. Все, пошел. Смотри на него. Нормально идет. Мы у него ногу не подняли. Пусковое устройство «Револтер». Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Ногу не подняли, нога в воде идет. Ногой он тормозит, мотор опущен. Долбанем сейчас. Ну ничего страшного. Ну что ж, ребят, вот мы и выбросились вот в такое место. У нас свой персональный есть фон звуковой. Так что мы медведя теперь точно не услышим. Уно шума водопаду. Об ноги трутся. Мишки рыба, об ноги трутся, ребят.
Сейчас мы здесь подрасчистим чуть-чуть камни, да? Вот, да, вот здесь вот отличный мешмак. Волшебный, я бы сказал. Что-то плескануло там такое. Плескануло что-то хорошее. Ну что, решили тогда, ставим сюда палатку, да? Здесь сделаем кухню. Мы сегодня тоже можем водометик завести, вот здесь покататься. Можем. Поискать что-нибудь. Можем. Так, ну что, ставим палатку, пусть она просыхает. Достаем. Достаем, да. Точно, таймень нагадил воду. Чувствуется прям. Таймешина как кешел. Выход к деревьям и минимальное сопротивление для вертушки, чтобы было окнами вот туда вот, узким концом. Выход туда, да, а окнами туда. Так, ну что, ребята, ставим нашу палаточку Polarbird 4S Long. Или просто, нет, 4S она. О, она у нас поплавала чуть-чуть. Сыренька такая. Свежа она у нас. Сейчас она у нас просохнет. У нас лодку чуть-чуть затопило, которую буксировали. Михаил Юрьевич, давай. Бержи, бержи. Опа, есть крыша, есть. Боковинки давай. Есть. Жопницу. Вот вход, Миш. Давай, вытаскивай. Поднимаем. Идем, 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 идем. Ёлки-палки, сколько вас здесь? Вот это, Миша, у нас наживки тут, а? Да тут вообще их капец, блин, просто. Ух, тварюги. Ой, тварюги. Ой, тварюги какие. Сейчас мы вам сделаем сипуку с сикутанакой. Господи, откуда вас столько, а? Ну, а что, нас обязательно надо жрать? Пусть лося вон идут живут. И медведя. Медведя страшно жрать? Ну, вот и повысохло все уже. Михаил Юрьевич, что ты делаешь, мой друг? Ты знаешь, где можно найти еду? И у меня хлебцы есть так-то. Надо рыбу поймать. Не, ну что не говори, место-то у нас козырное. Вот сейчас. Сейчас обоснуемся. То все, завтра пойдем на рыбалку. Ну и сегодня походим, половим, покидаем. Нам сегодня ужин надо поймать. Нам сегодня ужин надо поймать. У нас же это, что поймал, то и съел, блин. Или худей. Давайте, давайте отсюда. Надо эту электромухобойку. А, ну вот правильно. Polarbird 4S Long. Лонг. Г. Лонг. Люди 2 грамма с куба берут, а ты решил в ладонь сразу себе крестик золотой найти, да? А, ну просто вкалывать надо. Ты не вкалываешь, Миша, просто. Во, ребята, Мишка золото моет. Смотрите, золотодобытчик. Вон у него хорюзай маленькие пришли, сейчас покусают тебя. Че ты ржешь? Вон смотри, видишь, курпинка есть. Ага. Че ты? Не смотри. Давай показывай. Не, смотри. Ага, сейчас я сапоги одену только и весла возьму и пригребу к тебе. Вон туда кидаешь, ловишь тайменя. Смотри, я сейчас тебе покажу, как тайменя ловят. Я старый стайменщик, да? На моем счету уже, блин, 72 хвоста. Опа, есть! Нет, блин! Есть! Есть, ребят. Не таймень, естественно, просто щука, видать, взяла. Ну или что-то такое взяла. Хорош, слушай. Что-то хорошее. Ужин наш идет. Мишка. Ужин есть, ребята. Вон, 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 где-то тут. А, щука, скорее всего. О, хорошая. О, хорошая щучка. Хорош. Нам как раз на жарочку будет, да? Да. Смотри, какая красивая, да? Ух ты! Ух ты, засранка. Не-не-не-не, наверх не надо. Не надо, свечку не делай. Ух ты! Не надо, ужин. Ты чё?
Ты же ужин у нас. Оп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Опа. Ох, какая ты вредная, а. А, блин. Зараза, резанула, да. Не-не-не. Да вот я ее здесь сейчас вытащу. Зараза. Надо за поводок было, я, видишь, за эту взял. Красиво, красиво ты. А за поводок ее надо брать. О, вот и все. Опа! Ха-ха! Красотка! Как я, Миша? А? Ужин нам какой поймал. Ну какие тележки будут офигительные. Да. Хороша щучка. Хороша щупака. Хороша щупака. Ужин есть, ребят. Сейчас только катушку поменяю, то эта катушка глуповатая. Палка хорошая, катушка слабенькая. Кстати, видали, у Мишки-то нож якутский, не тонущий. Смотрите. Хоп такой, уронил его, а он не тонет. Классно. Мне бы такой. Но только Мишке выдали. Подарили ребята с стальных бивней. Только мешая не такой нож. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент. Верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Катушку на Харюза на оку не оставлю. Эту слабенькая катушечка. Возьму 4000-ную. Дай его. Вот она добра здесь будет. На таком удилище. О, че? Плеск? Там такая была еще. Всплеск был, что ли? Да, там прям, знаешь, такие свечки. Ну. А это таймень может, кстати, выпрыгивать. Места-то тайменевая. Это, ребятки, 100%. Слушай, ну какой у нас ужин красивый, а? Ребят, у нас диета рыбная с Мишкой теперь. Будем есть жареную щуку и жареную щуку. Хорюска, да, можно будет половить. Хорюзок жареный-то очень хорош. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты? Ну, что ты, милая? Милая, все, уже допрыгалась ты, уже ужином будешь. Надо куканчик сообразить бы какой-то. Да, веревку, палку, веревку через жабры и в воду. Она там сохраняться будет хоть. И это самое, мокренькая будет. Через пас ей просовываешь через жабры, и она потом буквой Т встает и не дает ей сойти. Ох, ребята, ставлю снасть вообще бомбическую. Все сейчас щуки мои будут. Попер можно покидать, попер они красиво бьют. Вот это у нас место, да, козырное, посмотрите какое. А рыбы тут какие. Хо-хо. Я валяюсь, плата путорана рулит. Миша, это кайфушки, да? А мы думали, что кушать будем. Хорошо, соль взяли, все, больше ничего здесь не надо. Блин, ты смотри-ка, забросы, рыбы нету. Мне так не нравится. Так, ребята, Мишка. Мишка поймал щупаря. Красавчик. На попер. На попер, да. Попер, Миша, щупарь. Ну-ка, где он? О, кто это? Это окунь. А, окунь взял, да? Да. Ничего себе, окунь на попер берет, ребят. Хо-хо. Красавчик, Мишенька. Слушай, ну, можно на маленький этот попер пробовать. Хороший окунь. Да, да, смотри. Хорошенький. Он здесь, значит, на мелководье вот где-то, да, вот он ходит. Бьет. Трется. Красавец как. Подводи, подводи. Здравствуй. О, у нас теперь еще и окунь на ужин есть. Ну все, будет у нас грилю сегодня. Работа. Дело, работа, да. Щука там сидит. Давай, Миша, долби окуней. Будем жарить окуней. Хавать. Сейчас я тоже, ребят, сделаю окуневку с маленьким попером. У нас все есть. Вон квартира на берегу реки есть, а в реке есть рыба. Есть у нас гриль, о, грил, на котором мы будем готовить себе еду.
Что еще нужно-то? Есть водомет, вон стоит. Нам вот надоест здесь ловить или не будет рыбы, мы сплавимся, правильно, Миш? Прям по реке возьмем, да и сплавимся. С тобой 100 литров бензина. Не, мы просто сплавимся, потом обратно сюда поднимемся. Все, вот и рыбач. Так, ну что, ребятки, смотрите, какой я поставил. Поппер. Сейчас поймаю окуня сразу на него. Смотрите. Хоп. Хопа. Да, летит он, конечно. Так себе. Ну, батарейка у меня есть. Иди сюда. Ребятки, все хорошо. Ну вот овод малеха достает. Ой. Я понял. В нашей палатке теперь овода живут. Говорят, идите на улицу. Боже, коровка прилетела. Более живописного места трудно придумать. Посмотрите, какие у нас уточки летают. Мишка уничтожает щуку. Надо было поменьше ловить, да? Да. Слишком здоровая какая-то. Это, ребят, волшебная доска. Правильно же говорят, смотри, самая мелочь, лучшая. Мелочь дерьбанить начинает мясо. Да, смотреть. Да. Это хрюски маленькие. Самая лучшая рыба — это колбаса. Ой, вот. У нас. Проверим действие. Да, у нас специальная волшебная колбасная доска есть. Ну, маленькие хрюзята кушают щуку. Не все и щуки кушать хрюзят. Хрюзята вон тоже дают дрозда. Готовить будем. На такой штуке. Это у нас коврик для гриля. Гриль у нас 700 и уже здесь побольше. Камни-то нагреваются за день. Ой, ребят, надо было, блин, хоть железных тарелок каких-то взять. Ёлы-палы. Мишка старый паперист. Папераст, да. Ребятки. Вот это да. Вот это делаем вещи. Вот это делаем вещи, а? Миша, ты видал, что у меня тут? Только хвостиком виляло. Сразу же на гриль попало. Вот такая, ребята, красота! Эй! Покушаем. Возьмем водомет, пойдем на водомете походим. Интересно, что тут, как тут. И зачем, да, Мишань? Ну, мы как походим, мы вот сейчас по течению будем сплавляться, да и все, рыбачить, да? Сначала заведемся только. А то мало ли. По берегу тут тяжело ходить, ребят. Такой немножечко болотистый, разлитый. Вот там щуки стоят, Миш, везде, вот там. Под берегом. Знаешь, сколько будем ловить? Здесь под кустами везде будет. Потом на устье можем сходить хорюзов половить. Какие запахи, ты чуешь? Сейчас все медведи сбегутся. На эти волшебные запахи. Ой-ой-ой, какая красота. Не может того быть, Миша. Чтоб такая красота была у нас. Ну, а у кого же она еще может быть?
Без масла, ребят. Здоровая пища. Видите, к коврику ничего не пригорает. Мишин плавник готовлю. Вот. Михаил Юрьевич пожелал плавник скушать. Отведать. Так, давай думать, как мы есть будем. Вкусно будем есть, да? Вроде мы даже соль брали. Кто там хотел, чтобы мы на экстремальную рыбалку пошли? Мы пошли, блин. Да, ни посуды не взяли, нифига. Встали на водопад. Стоим, балдим. Так, а куда же мы посуду-то сували? А, Миш, посуду не помнишь, куда одноразовую сували? Что-то же должны были забыть. Сейчас, может, еще в сумках. Так, ну что, у нас вроде как готово. Рыба-то наша. Иди хавать, мишень. Соль я клал точно сюда. Вот она, соль. Подоспела. Ой-ой-ой, обожрёмся мы, Мишка, с тобой. Для писарей и какарей. Даже без соли нормально, да? Бомба, ребят. Берешь так щуку кусок, не как яблоко его. Между нами говоря, щуку-то ругают зря. Да? Щука, ежели на гриле, не хуже это и меня. Что хорошо, у большой щуки костей маленьких нету. Блин, я и без хлеба, без всего офигарю. Одну рыбу. Все, ребят, у меня рыбная диета будет. Ну и нафиг. Это так вкусно. Скажи же, Мишка. Закладываем новую порцию. Главное, что этой еды здесь много. Прям не просто много, а очень много. Михаил Юрьевич, конечно, пофилонил немножко пленку, когда выдирал из щуки. Куски пооставлял. И кровь оставил, не промыл. Собурятина, а? Так, у нас ценный очень пакет, Миша. Надо его помыть будет. Один пакет у нас, да? Да. Не, у нас под мусор еще есть большой пакет. Угу. Вон тебе еще один плавник. Ну как плавник-то? Плавник, говорю, как? Офигенно. Да? Просто офигенно. Чего? О, ну что, Мишаня? Как, съедобно?
С солью так вообще бомба. Будешь себя хорошо вести, дам соль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как же это вкусно. Уже с них филешки можно делать просто. У них кости огромные. Ну, я имею в виду, чтобы не шкурить, не мучиться. Да, две филюшки, все. Нифига у тебя тут аквариум Мишка развел. Я с ним буду. Видите, как Мишку хариусы любят. Вырастут большие, тебе на сковородку попадут, да? Сейчас, может, наловим хорюсков. На поздний ужин, да? Ну, ребят, порог какой. Сегодня подойдем к нему на водомете. Новая порция яблок ждет уже. Плоть и щучьи готов вкусить, Миш? Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHARE. Ссылка в описании. Малыш! Ты готов съесть щуку? Теперь следующую щуку будем есть только красивую, ладно? Не которая попадется, а красивую будем выбирать. Килограмма на 3. Чтобы у нас лишнего не оставалось, правильно? Вот, и мы из нее филешечку раз. Микротай мешки. Еще кусок, Миш, тут. Точи. Так же упорол столько хлеба. По северу ехал один эскимос. Везли его 20 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, веселую песню на нартах привез. Эшка-мышка, кужим, кирка, дындербай, а дындербай. Простые человеческие радости. Пожрать от пуза, да, Миш? Здоровой, качественной еды. Без масла. Жарит гриль у нас бомбически просто. А делают же лабиринт из камней. Видел? Не видел? Где вот приливное, отливное? А, там можно, да. А это самое. Делают лабиринты. Прям такие рули, эти, улитки из камней. Да. И все, и рыба туда заходит. Выйти не успевает. А выйти не успевает, да. Ну, это лопари ловили вот так вот, эти финны. Щуки, может быть, знаешь, нету почему еще? Таймень стоит. Он их прогоняет. Нет, просто он стоит здесь. Живет он тут. На этом месте. Все, выгоняет всех конкурентов. Кому ж понравится, если твоих хорюзов будет щука есть. Подтягивайся, давай заходи. Заходи, да пошли. Попросторнее, чем в нашей, да? Самая малость. На, плоскогубцы. Ну что, он на холостом фур-фур-фур делает. На холостом фыр-фыр-фыр делает, говорю. Я, может, подальше поверну сиделку. Куда подальше? Да. Сюда ближе? Да. Шань, а? Пробуем, говорю. Пробуем, конечно, все. Вот здесь-то, я думаю, должно что-то быть, должно быть интересное под попер-то. А? Что ты кидать будешь? Я буду блеснуть или балку кидать. Опа, есть! Блин, видел? Щука. Удар какой был. Щупарик? Щука, да. Сейчас еще раз, может, атакую. Надо по очереди ловить, Василий. Нет, просто если один поймал, другой вытаскивает просто и все. Офигенно. Как тебе глушить? Вдоль бережка. Опа, есть!
Опа. Есть, Мишаня. Да, да. Вон она. О, хорошая, смотри как. Смотри. Вон она. Не, пусть по этому погоняем. О, вот вкусненькая. Да, вкусненькая. Вкусненькая. Ладно, может убежит. Давай, покажи нам, что ты там умеешь. Давай свечку. Ну давай, разгон, пошла. Ну что ты вялая-то такая? О! Ну покажи. О, вот эта свечка была. Слушай, вот это опасно. Да, на лодку прыгнула. Ты что, нас потопить хотел? Друнда. Да, видишь. Ну что, отцепим ее? Зачем? Заберем. Ну, подышит сейчас. Достану-ка я тоже фото. Сапатиши надо? Сапатиши раз. Да, за этот. Некуда она уйдет. Вот она. Она еще поднаделась. Блин, ну на возьми, Миш. Ну что ты это самое, корячишь же, блин. Одной рукой. Такой, блин, дуду. Что-то на десяточку стрельнул. Есть, Миша. Охренеть. Большая? Ну, что-то есть. Что-то хорошее. Так, слабину не даем, не даем слабину. Что-то поленистое. Что-то такое поленистое идет. Там крокодил у них. Да, килограмм 5-6. То есть маловато, да? Считаешь? Ты считаешь, что маловато, да? Я сейчас на ней полчаса ездить буду. Не знаю. Пока она подустанет. Тихо-тихо-тихо. Миша, не надо, порвет. Ты что, порежет тебе эту руку? Она у нее в пасти крюк, нормально, все, катаемся. Не надо, не лезь руками. Вот дернется, она там под водой дернется, извернется, зубы тебе расхеракает всю руку. И что будешь делать потом? Ай, красавица. Ну, попробуй, только ты как ты ее шибанешь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, опа, чуть-чуть-чуть-чуть. Тихо-тихо-тихо. Под лодку заходит.
ты зараза такая. Ух ты, зараза такая. Пошли, пошли, пошли кататься. О, молодец, какая хорошая девочка. И мальчик. Там еще. Давайте. О, все, все, блин. Все, 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 все. Мишка, блин. Дал по башке щуке. Да. По башке щуке дал. Сотрясение мозга. Тебе пациента. Пациента глушит у нас. О! Хорошо ушла такая, а? Возвращайся, каштанка. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстримы Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Я думаю, доставать надо ее уже. О, все, 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 есть. Слушай, ну отработали мы схему. Есть, да. Ну без подсавка, ты знаешь, как стрёмно. За поводок теперь бери. Там поводок толстый, Миша. Поводок там толстый. И стой, 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 стой. Стой, сразу же плоскогубчики. Давай сразу, давай что-то дай. Давай, я сейчас сам. Ты доставай ее сюда. Давай. Аккуратненько. Не наматывай поводок только. Опс. Давай. Ну, давай сюда ее. Давай, давай, кидай, кидай в лодку ее. О-хо-хо, нифига ты, слышишь? Что-то это, Миша, что-то ты это самое поскромничал, когда сказал, что это пятерочка. Ну вот и все. Конечно, какая умница. Хорошая девочка. Хорошо взяла, блин. Крючок надо, подожди, у меня есть тихо. Разжиматель. Не поможет тут разжиматель, Миша. Все, все, Миш. Достал. Тут зубы, посмотри, какие. Да капец, на разрыв надо вот тут. А, как она хорошо зацепилась-то у меня. А? Гадись, ты можешь так быть попроще. Тихо, тихо, тихо. О. Мишань, ну вот ты не суй руки. Не надо, убери руки. Миш, все, дернется же, как засадит в руку. Фух, ну что, ребятки, поздравьте меня. У меня трофейка. Как ты думаешь, Мишка? Я думаю, это та самая, которая плюхнула вот здесь. Да, ну-ка. Блин, мордаста. Ну что, в районе метра. Ну как вам рыбалка-то? Вроде ничего, мы только вот чуть-чуть не подготовлены, у нас нету подсака. Ни багорика, ни подсака. Видите, мы какую технологию дубинатор придумали. Да, попробуй, попробуй, да достань ее так. Да. Как ты не достанешь ее? Ну что, я молодец. Очень хорошо. Сейчас зайдем в заливчик в этот. Он еще что-то плюхает. Мыкает. Третий день у Мишки был запор. Надо было что-то делать. Он пил воду из речки. Твоя щука тут. Нет, голяк тут. Переезжаем. Ой-ой-ой, тормози, тормози, тормози. Где у нас дубина? Вон она. Давай. Тут надо отойти от седа. Что? Да нормально все. Сильно не должны наткнуться. О. Отлично. Да, отцепился.
Как-то здесь щука на 8 килограмм обыденно воспринимается. Что-то Ниагара наша расшумелась. Что, пошли до переката сходим. Как я тебя привез, а? Драйвер надувных лодок. Ой, блин! А? Ой, блин, 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 блин! Сейчас на шпагат как чуть не сел, Миша! Держись, я тебя вытащу сейчас. Миш, держись! Все. Да, можно выйти по бережку. Ну ладно, сейчас уже здесь погуляем, я в тапках просто. Сразу уже что сюда приехали, сейчас покидаем здесь. Миш, здесь Татихариус может быть. Ух ты, окунь, окунь, окунь. Окунь, Миш. Окунь за блесной гоняется. У тебя? Хорошо. А что, ушла? А кто был-то? Чё, домой? Домой? Домой пойдешь, говорю? Или пешком придешь? А? Сейчас, парни, мы этот порог возьмем. Наша одинокая палатка стоит. Блин, ребят, зацеп. Любимые ложки. А? Кого поймал? Сейчас приду к тебе. Чё-то, ребята, Мишка поймал хорошее. Говорит, что-то большое. Сейчас попробую к нему прийти. Не торопись. Ну, чё ж ты? Торопишься, слабину давать нельзя. Ложка отцепилась, ура! Уже хотел лодкой ее доставать. О, вон ты! Ах ты плут! Ах ты плут! Вы видели? Окунь меня долбанул по этой вот. Ну, сейчас я его поймаю. Это он зря. Такую диверсию мне тут устроил. Сейчас я возьму окуневку. И капец этому окуню будет.
Вот такой вот червяк джиговый у меня. Посмотрим, что он сделает с этим окунем. О, блин! Вот это удар, ребята! Вот это удар был. А, так он и не закончился. Мы кого-то поймали. О-хо. Это кто ж там был-то такой, а? О-хо-хо, братцы. Вот это да, вот это. Стрельнуло так стрельнуло. Ну что ж она, щука берет, ребят, щука хватает, здесь вот прям рядом она, есть, вот теперь точно есть, блин, ушла, что ж ты будешь делать-то, ладно, а для щуки-то у нас есть другой. У нас для щуки-то есть другое там. Ой. Другое у нас есть. Для такой хорошей щуки-то. Вот у нас что есть. Если и так нравится червячок-то красный. Мы ей сейчас дадим красного червячка. Мы не жадные. Вот. Ну-ка на, смотри, какой красивый. Ой, сам бы ел. Да все тебе, засранки. А этот не хочет. Неужели ей так этот нравится? И хватит меня жрать тоже. Газ закончился. Ну что ж за нафиг-то такое? Сволочуги такие, жрете. Комары. Щука! Иду! Есть, ребята, есть! Посмотри! Миша! У меня бегемот! Фрикцион дымит, блин! О, блин! Да елки-палки, чё? Что же это такое-то? Бегом, клади удочку, бери. Бери мой спиннинг. Там что-то бегемотистое, вот оттуда пытайся вывести. Она за лодку заходит. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Миша, это пипец. На. Аккуратненько. Отпускает, подматывайся. Поймал, говорю, там бревно сидит. Аккуратно. Там дурная такая штука. Давай я палку приготовлю. Ну как? Ну вот у меня что-то типа того было. Но я так и не увидел, где. Я ее третий раз уже ловлю. Сейчас только взяла.
На червяка красного. Блин, где щипцы-то? Ну да. Надо посмотреть вообще, кто это. Погоди, а может туда? Подожди, 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 подожди. Ух! Щука, щука, да. Сюда вот может. Может, да, где поположе, сюда прям вытащишь воду и все. Только не поднимай удочку сильно вверх, чтобы она не переломилась. И все, леска вот такая вот длина должна быть. И потихоньку назад, выходи, выходи, выходи. Выходи потихоньку назад. Слушай, хорошая, она сильная, блин. Нет, это не щука. А нет, щука, 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 Миша. Все, все, и подтягивай его. Все. Стой, стой, стой. Не-не-не, стой, 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 аккуратно. Аккуратно. Хорошая щупандра. Опа. Ха-ха-ха. Не, у меня, походу, какая-то хитрая фигня была. Он зацепил, все, хорошо сидел. А камень ударил. Ну что, неплохо? Да. Михаил Юрьевич, достали вы какого? Такого же. Крокозябра. Почти такой же, да? Такой же. Надо его это самое, на кукан будет. Пушок жалко у нас. Представился. Ах, блин, тихо ты. Живая. Да, да, да. И вот я думаю, вот тех тоже можно. Давай сначала вот эту наденем. Главное, чтобы они не перегрызли веревку. Неплохо. Мишка ловит следующую шуку. Ну что, ребят, времени у нас 12:30. Хотим сфоткаться. Мишка поймал щуку на пятерку, на шестерку даже. Но я все равно чемпион. Нет, и по количеству, и по качеству. Самые жирные рыбы у меня. У меня сегодня 3 щуки, у Мишки одна. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. На этом, друзья, если мы и закончим трудно, наш поставь день. Палец вверх. И так был слишком подпишись на канал. Расскажи, спасибо, что ты просмотр. Думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шерп.